Всем привет, друзья, с вами ABC Games. Сегодня рассмотрим очень интересное приложение для Android. Pixel Wap называется. Точное название, смотрите название ролика. Забиваете в Play Market, качаете Pixel Wap. Значок будет выглядеть вот так вот. Так, заходим. Это программа для тех, кто хочет создавать текста, какие-то заставки, картинки без проблем, без заморочек, без осваивания каких-то профессиональных графических редакторов. Я, например, на Скоряк делаю картинки к своим роликам в этой программе. Посты рекламные можно делать, какие-то для контакта, обложки для Ютуба, без проблем, в принципе. Давайте по порядку начнем. Сейчас покажу общие какие-то азы, скажем. В одном видео все будет без всяких там нескольких частей. То есть все наглядно, просто скачали, погнали. Качаете себе в галерею различные картинки, шаблоны. Можно в формате PNG, если что-то нужно конкретно. Какие-то там стрелочки, указатели, кружки, там, я не знаю, всевозможные. Давайте быстренько создадим какую-то аватарку. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Так, галерея, заходим. Вот скачанная, например, так, возьмем зеленый круг. Вот я скачал в PNG. Взяли. Так, затем добавить из галереи. Галерея, скачанная. Вот так, это черный круг я качал. Делаем так. Вот, можно очень просто увеличить размер. Ну, сейчас пример аватарки, скажем, сделаем какой-то создать. Так, сделали. Сохранить вот здесь вот, как имидж. Так, тут формат. Выберем PNG. Дальше увидите, почему отдельная аватарка, чтобы без всякого фона. Качество настроек выбираете ультра, сохранить, нажимаете сохранить в галерею. Сейчас создадим сначала такую. Так, это реклама в приложении запускается, чтобы ее не было, лучше отключить Wi-Fi или мобильные данные. Продолжим. Снова заходим в Pixel Wap. Тут можно отмену нажать. Так, вот здесь нажимаете три точки. Это выбрать картинку вот из галереи верхней. Галерея. Так, вот тут есть папочка Pixel Wap, то, что мы уже создавали. Выбираем. Вот это то, что мы сейчас уже создали. Здесь напишем new text, то есть новый текст. Вот здесь нажимаем, это редактировать текст. Пишем, к примеру, как называется у нас канал. Так, эй, ABC Games. Окей. Так, вот у нас текст. Далее здесь можно выбрать шрифт и все остальное. Давайте по порядку. Фонд — это шрифт. Сразу отвлекусь, скажу, что можно загружать свои шрифты. Шрифты загружаются, ну, скажем так, просто по умолчанию с какого-нибудь базового там сайта. В гугле набрать, скачать шрифты. Вот, допустим, я пробовал, скачал один, загрузил шрифт. Вот так он выглядит. То есть вот ABC Games. Дальше. Тут множество настроек, но с которыми возиться совсем не нужно. Все просто по порядку. То есть это выравнивает текст влево-вправо, посередине. То есть чтобы вам не мучиться вручную, не двигать. Пожалуйста, без проблем. Размер текста. Ну, после того, как размер поменяем, тут нужно будет опять влево-вправо подвигать. Либо вот этот, нажать функцию Relative Position, вот, выровнять. Все, пожалуйста. Дальше. Стандартный типа Paint'а, наклон. Все такое прочее. Трогать не будем. Так, цвет. Можно выбрать цвет шрифта. Тут набор есть цветов, вот такой довольно-таки большой. Есть градиент, то есть это плавный переход. Стандартные наборы, вот, пожалуйста.
Это очень просто меняется, красиво, наглядно, видно. Возьмем какой-нибудь, к примеру. Ну, к примеру, вот такой. Так, далее. Давайте по порядку пройдем. Цвет, текстура. Я не использую эти функции, поэтому даже не хочу разбираться. Вращение есть, можно повернуть текст. То есть 0 это ровно. И так влево-вправо поворачивать без проблем. Также у многих есть желание текст наклонить, сделать по кругу на аватарках, еще как-то. Большинство редакторов вообще эту функцию не поддерживают, либо какие-то сложности там нужно испытать, чтобы сделать это. Здесь все просто. Это шрифт, мы уже шрифт выбрали, тут их множество, есть своих. Есть, которые поддерживают только русский язык, есть, которые английский, есть, которые и те. Но, как я уже говорил, можно загружать шрифты. Сейчас менять не буду, чтобы вам показать. Вот Best Style, это наклон текста можно сделать. Подчеркивание. Отмена нажимаем. Нет, не интересно сейчас. Так, вот, текст по кругу. Пожалуйста, очень просто. Закругляем текст, насколько вам надо. Можно подогнать вот так вот прям под аватарку, под вашу, без проблем. Есть бэкграунд, то есть задний фон, что будет там на фоне вот этой рамки за текстом. Если хотите, там тоже цвет можно выбрать. Есть выравнивание текста по левому краю, по правому, посередине. Сейчас это тут не функционирует, не тот образец, скажем. Так, вот хорошая функция обводки. Выбираем. Каким цветом будет обведен ваш текст. То есть очень много настроек. Все очень понятно, все очень просто. За 5 секунд можно прям создать шедевр. Есть плавная тень за текстом. Вот, допустим, белая такая, скоростна. Выбираете также. Очень удобно. Ну и также есть еще, допустим, отражение. Вот, плавно отражается. То есть все в одной программе. В одном приложении. 3D текст. В общем, тут разберетесь. Тут уже, я думаю, из видео будет понятно, что программа функциональная и очень простая. Ничего подобного действительно в мобильном приложении не встречал. Все, делаем сохранить. Image. Так, PNG. Ультра. Сохранить. Теперь давайте все закроем. Не сохранилось. Снова запустим Pixel Lab и попробуем просто создать новый, скажем, проект. Тут нажимаем отмена. Он хочет старые настройки загрузить. Так, текст тоже можно удалить. Вот у нас чистый лист. Загружаем с галереи. Вот я заранее уже качал, допустим, красный фон. Вот берем его. Загрузили. Красный фон. Где он? Добавить из галереи. Папка Pixel Lab автоматически создается. Это что мы сохраняли? Вот я сохранял в PNG как раз таки вот этот новый самодельный аватар при вас. Вот он есть. То есть его можно уменьшить, увеличить. Давайте сделаем, допустим, такой. Перейдем в его настройки. Вот есть тут режим. Вот с текстом можно работать также вот с такими, с отдельными какими-то PNG файлами. Допустим, также можно тень сделать. И вот 3D, я хочу обратить внимание, что можно делать с 3D. Это очень удобно. Так, это глубина, по-моему, сейчас вспомню. Вот, вращение самое интересное начинается. Вращение по X-оси. Вот. Таким вот образом вращается. Здесь можно развернуть так, по Y-оси, наискосок. Вот, Z-ось, это вот так вот можно вращать. Ну, то есть, примерно. Покажу вам. Можно наклонить. Тут откуда тень будет падать. Где-то есть еще интенсивность. Так, тень. По-моему, вот это глубина. Да, вот эта глубина, насколько глубокая будет вот эта аватарка по объему. Все, сохранили, нажали. Вот получилась такая картинка у нас уже интересная. Ну и можете, например, плюс текст, редактировать текст, редактировать. Вот. Напишем, ставьте лайк
Так, знак восклицания. Окей, вот она надпись. И сейчас мы быстренько ее отредактируем. Вот здесь вот. Опять же, по порядку, если. Размер. Включим размер. Так, окей. Цвет выберем. Например, оранжевый неинтересен. Давай какой-нибудь поярче там. Синий. Так. Дальше. Выберем шрифт. Например, вот такой вот поинтересней. Ставьте лайк. Вот можно перемещать все. Так, ну, теперь самое главное. Обводку сделаем. Вот, черная обводка. То есть сразу можно толщину обводки выбрать, пожалуйста. Вот так вот это меняется. Вот так оставим, допустим. Тень. Мягкая. Черная, белая, красная. Пожалуйста, какая угодно. Давайте что-нибудь синяя попробуем тоже. Вот так вот. Отлично смотрится. Ну и, к примеру, вот есть отражение. Включим его. Ставьте лайк. Вот так это выглядит. Смотрите, как красиво. Самое главное просто изучение всяких там редакторов фото. Все. Сохранить как имидж. Вот сейчас JPEG можно уже сохранить. Качество ультра. Сохранить. Так, и вот у нас все сохранилось. Заходим в галерею Pixel Lab. Вот. Вот, пожалуйста, фотография. Она скоряк созданная. Причем качество действительно отличное. Увеличиваем. Не видно никаких искажений. Все очень четко. Прям рекомендую. Отличное приложение. PayMarket. Ссылку оставлю в описании. Качайте, пользуйтесь. Вот я, например, к своим видосам очень быстро изготавливаю какие-то шаблоны. Так что пользуйтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!